Всем привет! Кажется, что погода уже нормализовалась, но не тут-то было. В выходные дни по-прежнему все нестабильно. В субботу облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Столбик термометра днем покажет плюс 25 градусов, а ночью плюс 13. В воскресенье тучи закроют небо с самого утра и пройдет дождь. Днем столбик термометра покажет плюс 23 градуса, а ночью плюс 15. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.